Так, сегодня я заташу, как всегда, с ножа в КС 1.6. И, в общем, всем привет, с вами я, Александр Сычков, и вот вам подборка, сборка, или, ну, просто фрагменты по самым таким крутым моментам в моей игре Counter-Strike 1.6, там, где я тащил. Все это происходило за один день, и я решил сделать такой вот фрагмент. Ну, в общем, приятного просмотра. Итак, здесь я убил вот этого вот. В общем, я тащил просто и, ну, я хотел затащить, показать, что я все-таки еще профессионал, и я не разучился играть, и никогда не разучусь играть в Counter-Strike 1.6, и вообще в любой Counter-Strike, который есть. Я все еще мастер, и я могу играть как профи, и как бы то, что я играю в Warface, не тащу, там другие игры не тащу иногда, то в CS 1.6 я всегда тащил, я с этого и начал вообще тащерство свое, и я всегда в этой игре буду тащить, даже если я заброшу CS 1.6 на 10 лет, например, вернусь опять в CS через 10 лет, через 10 лет, и я буду тащить, как тащу сейчас. То есть это все просто. Ну, в КС 1.6 очень просто убивать, так что, ну, не знаю. Для меня проще играть в эту игру, а не в другие игры, которые сейчас новые выходят, шутеры. Ну, там, сложнее все-таки играется, поэтому, ну, я иногда не тащу. Но я все-таки пытаюсь тащить, потому что для меня эти игры, ну, не мои это игры, я всегда играю в КС, я 3 года играл в КС, ну, конечно, и в Warface тоже я играл 3 года, но я вот в КС, наверное, ну, каждый день играл. Итак, убьет он его или нет, то есть я его убью или нет. Так, и что же мы здесь видим? И я его убиваю, да. Кто-то напишет сейчас в комментариях то, что, о, он должен был меня убить. Но не убил он меня, потому что я профи, и это, ну, просто, вот за один день я просто тащил, я просто зашел в CS 1.6 и решил затащить, и сделать такую подборку самых крутых моментов в CS 1.6 за день. То есть все вот эти вот штуки, как я уже сказал, это все я поиграл за один день. Видео я это снимал где-то 1 час. Ну, монтировал еще, ну, вот как-то так. Эта звуковая дорожка уже сделана после того, как я поиграл, так как тогда я озвучил без звука, без веб-камеры, и я просто, ну, хотел показать то, что я все еще умею играть, и то, что вы мне пишете в комментариях, типа, я разучился играть, все, теперь ты не крутой. Нет, играть я умею, и вот вам доказательства. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сычков. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал Нубас. И всем удачи, и всем пока.